Всем доброе молочное утро! Сегодня приготовлю запеканку из сладких перцев, цветной капусты и брокколи. И, конечно, я туда добавлю очень полезные и нужные нам продукты – молоко и сыр. Молоко, сыр, яйца и овощи в составе запеканок обеспечат организм необходимые порции строительных веществ. При этом калорийная нагрузка невысока. В таком завтраке содержится большое количество легко усвояемого белка, широкий спектр витаминов и микроэлементов. На приготовление запеканки мне потребуется не более получаса. Для начала брокколи и цветную капусту разделяю на соцветия. Овощи на пару минут опускаю в кипящую подсоленную воду. Разноцветные сладкие перцы нарезаю кубиками. Взбиваем яйца с молоком, добавляем туда столовую ложку тертого сыра. А дальше все просто. Форму для запекания смазываем сливочным маслом, выкладываем перцы, сверху цветную капусту и брокколи. Смесью из молока, сыра и яиц заливаю овощи. Отправляем в разогретую духовку. Температура 180 градусов, примерно 20 минут ждем. Для моего завтрака я использовала молоко Брест-Литовск, сыр Брест-Литовск классический и сливочное масло компании «Савушкин продукт». Ведь «Савушкин продукт» всегда из свежего молока. Ну вот, моя запеканка из цветной капусты и брокколи готова. Очень вкусная и ароматная. Приятного аппетита! Начинайте свое утро с молочного завтрака.